Илья Еськин с 15 лет увлекается туризмом. С рюкзаком и палаткой за плечами прошел много туристических троп по всей Самарской области. Любовь к походам и туристической романтике Илья прививает и своим детям. Выходные в палатке, чаепитие с живописным видом, например, на горе Барсук или Царев-Курганин, стало для семьи Ильи обычным времяпрепровождением. О проекте «Большая Самарская тропа» турист-любитель узнал случайно. Нашел информацию в интернете. Прежде чем осваивать новый маршрут, решил пройти курсы проводника-экскурсовода тропы, чтобы знать для себя и рассказать своим детям о том, кто может повстречаться во время турпохода и с чем можно столкнуться. По словам Ильи, такие проекты полезны прежде всего для подрастающего поколения, помогают увидеть красоты нашего края, прививают патриотизм и приучают к бережному отношению к природе. Оно вот как бы все рядом перед глазами, но порой мы этого не замечаем. И вот этот проект, я думаю, он как раз ценен тем, что дает возможность это увидеть. Красоты нашего края. Прошел обучение, ну, как будто там курс некоторых лекций, там, очень познавательных, интересных, о животном мире, о нашем крае. Много интересного, конечно, такого, чего я не знал. Я даже не знал, что какие-то есть места. Проект «Большая Самарская тропа» стартовал в августе прошлого года. Была разработана сеть экотроп для пеших прогулок. Она состоит из основной тропы, параллельных, радиальных и веток к общественному транспорту. Начало маршрута – стадион «Самара-Арена». Тропа проходит по живописным местам Самарской области, находящимся между Самарой и Тольятти. На всем маршруте установлены 40 стендов с картой, указатели с QR-кодом, при наведении на который можно получить подробную информацию о местонахождении, о флоре и фауне этой местности. А не сбиться с пути помогут специальные обозначения, нанесенные на деревья. Расстояние из Самары в Тольятти теперь можно преодолеть пешком. 200 километров живописных троп, специально оборудованных для турпохода. На протяжении всего маршрута нанесены вот такие маркерные знаки. Красный с белым означает, что мы идем по основной тропе. Проект «Большая Самарская тропа» реализуется при поддержке фонда президентских грантов и правительства Самарской области. Перед открытием тропы порядка 250 добровольцев, студентов вузов и СУЗов расчищали маршрут от бытового мусора. По словам организатора Дмитрия Шипули, именно эко-воспитание стало одним из поводов для запуска проекта. Задача проекта на самом деле гораздо более амбициозная. Это консолидация эко-волонтеров, молодежи вокруг создания. То есть тропа является поводом для того, чтобы люди воспитывались. Когда человек принял участие в очистке, у него потом, мы надеемся, что рука не поднимется бросать мусор. И именно вот это, наверное, лучшая форма эко-воспитания. Организаторы продолжают оформлять маршруты и развешивать указатели и знаки. Но Большая Самарская тропа уже открыта для турпоходов. Галина Топилина, Петр Паламеев, События.